Белорусские аграрии убрали 90% площадей зерновых. Уже сегодня община мало достигнет отметки в 7 миллионов тонн. Полностью завершила жатву Брестская область, 2% осталось Гомельской. А вот Витебской, которая позже всех начала кампанию, еще предстоит убрать треть посевов. При необходимости туда направят дополнительную технику. Напомню, в стране 4 области миллионера по намолоту. В среднем с гектара собирают почти 36 центнеров. Лидер Минская область, на ее счету 1 769 000 тонн зерна. Перепись населения Беларуси впервые включат разделы о сельском хозяйстве. Как пояснили в Белстате, у жителей поинтересуются площадью участка, есть ли скот и какие культуры выращиваются. Данные будут использоваться только для расчета статистических показателей. Информация не будет передана в налоговую и на уплате земельного сбора не отразится. К слову, бланки в этот раз будут на планшетах. Перепись населения 2019 практически полностью пройдет в электронном виде. Это позволит вдвое сократить время обработки данных. А пробная перепись пройдет уже в октябре. В Молодечнинском районе ее задача скорректировать список и содержание вопросника. Новый центр трансплантологии будет создан в Беларуси. Об этом рассказал руководитель РНПЦ трансплантации органов и тканей Олег Румо. В суперсовременном корпусе разместятся отделения для лечения хирургических пациентов, операционные и отделения интенсивной терапии и реанимации. Средства на возведение в равных долях будут выделены из городского и республиканского бюджетов. Сегодня РНПЦ трансплантации органов и тканей функционирует на базе 9-й больницы Минска.